В Астане завершился турнир по хоккею «Кубок Победы». Участие приняли 22 команды в двух возрастных группах. В течение трех дней ледовые баталии проходили в формате кросс-айс-хоккей. Среди младших коллективов бронзовым призером стала столичная «Бригантина». В матче за бронзу она разгромила «Металлург» из Темиртау 11-2. Серебро выиграл «Барыс-2», которые в финале проиграли «Барысу» с разгромным счетом 2-12. В средней возрастной группе воспитанники Темиртауской школы обыграли столичную команду 8-7 и завоевали бронзовые медали. А за первое место поспорили столичные игроки. Команда «Астана» одержала победу над «Астаной-2» со счетом 12-2 и стала чемпионом турнира. Казахстанский хоккей, детский особенно, очень хорошо развивается. Поэтому мы вот действительно сегодня все собрались и сказали спасибо и нашим тренерам, родителям, которые приехали, участникам самим и всем, кто вот, из наших детей готовит настоящих чемпионов, день и ночь с нашими детьми работает. И, в общем-то, мы надеемся, они в будущем будут казахстанский спорт поднимать на еще более высокий уровень. Для детей огромный-огромный праздник, который здесь произошел. Такой формат игр, он дает определенную пользу, да, для детей, где они показывают свое техническое мастерство, катание, техника владения клюшкой. Такие турниры надо проводить среди младших возрастов. Они очень полезные.